Привет, друзья мои. С трудом настроила камеру для вас в машине. Уже давным-давно ничего не снимала для вас. Все тут у меня соскочило. Сейчас вам песню спою. Песня «Интрига» называется. Обожаю такие песни, которые, если кто-то не слышал, то будет интрига до конца. Вот сейчас прям спою. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и там в краю далеком буду тебе я женой. И там в краю далеком буду тебе я женой. Милая моя, ой, взял бы я тебя, но там в краю далеком есть у меня жена. Но там в краю далеком уже есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и там в краю далеком буду тебе я сестрой. И там в краю далеком буду тебе я сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком уже есть у меня сестра. Но там в краю далеком есть у меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и там в краю далеком буду тебе я чужой. И там в краю далеком буду тебе я чужой. Милая моя, ох, взяла бы я тебя, но там в краю далеком чужая ты мне не нужна. Но там в краю далеком чужая ты мне не нужна. Вот так, друзья. Знаете эту песню? Мне вот нравятся такие песни. Их, кстати, много вот такие. Я их называю «Песня-интрига». Ну, потому что она до последнего держит интригу. Да? Еду опять домой из большой прогулки. Сегодня у нас светит солнце, и сегодня у нас тепло. А вообще сегодня у нас... Третье марта, друзья. Вторник, 3 марта, 2020, температура плюс 13, ветер свищет. Вот, все остальное прекрасно. А все остальное замечательно. Прекрасная маркиза. Вот так. Вы знаете, что хочу вам еще тут рассказать по поводу Мартина, если желаете. Боже мой, как я уже давно вам не рассказывала эту историю. Ну тут, во-первых, тут уже люди мне написали гневные такие комментарии. Ну что ж вы, как же, вот он вас бросил, в трудную минуту бросил. А вы тут опять про него говорите. Это, знаете, имеется в виду, бросил в трудную минуту. То, что я рассказывала, когда у меня украли кошелек, и я возвращалась, и не смогла я ему дозвониться. Ну вот, получилось, видите, что сказали. Народ сказал, что бросил он меня.
Ну ладно, бросил так бросил. Дело-то все в том, что... А, потом я выложила свое видео. Кстати, вот видите, у меня такое иногда бывает. И я людей немножко ввожу в заблуждение. Потому что я сняла видео про... Там рассказывала вам детский вопрос. Про моего мужа второго, про Женю. И это видео, оно у меня что-то так застряло, застопорилось. Я все думала... выкладывать вам его или не выкладывать, зачем это, кому это надо. У меня бывает иногда, знаете, такие стерзают меня смутные сомнения. Вот, ну и а это видео, оно у меня немножко так задержалось. Я выложила вам сначала то, что я рассказала, как меня обокрали там в Португалии. А потом думаю, ну, видео нет никакого, что же я, народ ждет. Но я взяла и это выложила, свое старое. У меня, кстати, много таких, которые у меня уже готовы. Готовы к выкладке. Но вот что-то как-то я их торможу. Вот не знаю. Уже, наверное, может быть, надо какой-то другой еще аккаунт открывать. Потому что, ну, не всегда вот такие мои видео, видите, они... соответствует заявленной теме, допустим, там вот как называется мой канал, вот понимаете, может быть, тут я и на самом деле выложу все эти мои изыскания по поводу буддизма, по поводу индийских вед, ой, как это все интересно, по поводу вселенского разума, вот такие вещи, я их, наверное, буду выкладывать на своем другом каком-то канале. Ну, не знаю, посмотрим дальше. Так вот, что я тут вам начала рассказывать-то? То, что Мартин мой... Как я далеко ушла? Ой, Мартин, конечно же, примчался и стал оправдываться, друзья. Вот я, кстати, терпеть не могу ни сама оправдываться, ни кого-то слушать, кто оправдывается. Какое-то такое чувство возникает, как будто ты виноват в том, что ты вот заставил человека оправдываться, и он сам, в принципе, люди ведь не любят оправдываться. И он и сам не рад, и все это как-то выглядит смешно и глупо. И поэтому... я себя чувствовала неловко, когда он начал оправдываться, что вот он, оказывается, там он спал, он не услышал, поздно было, он устал, он там в дарт играл. Ну, в общем, конечно же, кучу всяких причин он нашел, почему он не ответил мне. Ну, и потом, понимаете, я-то, видите, я позвонила, и все. Мне, может быть, надо было текстовое сообщение все-таки отправить, смс-ку, как у нас говорят. Надо было отправить смс-ку, караул, помоги, вот перезвони или что. А я позвонила, ну и все, и на этом кончилось. То есть по поводу говорить так уж прям сильно, что вот он меня бросил, ну тут немножко неправильно. Мы всегда себе додумываем, домысливаем. Вот вы знаете, у людей есть такая склонность домысливать то, чего, в общем-то, на свете и на самом деле-то и нету. Это вот, знаете, как кто-то когда-то объяснял вот такую вот нашу привычку домысливать, потому что у нас всегда ведь раньше, как говорится, имело все какие-то анекдоты, имели скрытый смысл, все какие-то наши разговоры на кухне, мы всегда знали там какими-то недомолвками, недосказами, и всегда говорили, ой, ну вы же знаете, вы же понимаете, вы же все же понимаете. И вот это все привело, в конце концов, к тому, что человек домысливает того, чего на самом деле и не было. Ну вот, например, вы же все прекрасно знаете этот смешной анекдот, когда там женщина вот поссорилась с мужем, и, значит, вот он ей там сказал, что ты глупенькая, как-то я уже даже не помню. И она от того слова «глупая», что он ей сказал, а может быть, даже что-то он ей совсем такое простое сказал, и она дошла своими размышлениями, а если я глупая, значит, я вот такая, если я вот такая, значит, я вот эдакая, если я вот эдакая, значит, вот эдакая, и потом, в конце концов, заорала: «Мама, мама, он меня сукой назвал!» А там близко даже ничего не было. Ну, знаете, да, этот анекдот. То есть, я что хочу сказать, что бывает порой, даже не подозревая, что у человека в голове может сложиться совсем другое, что мы имели в виду. Ну, вот точно так же бывает, что-нибудь брякнешь сам. Я себя, вот, например, ловила очень много раз,
что я вот что-нибудь такое скажу, даже вообще не имея в виду там какие-то обиды, чтобы я человека обидеть хотела этим или что, вот просто брякнула. Вот. А человек, Бог знает, что подумал, человек воспринял мои слова совсем по-другому, он обиделся. Ну, понимаете, тут еще какая история. Обижаться, это же вот недаром у нас тоже говорят, на обиженных воду возят. Потому что, ну что вы обижаетесь? Вот, кстати, недавно, 2 дня назад, было у нас воскресенье, прощенное воскресенье, что вот надо всех прощать. Ну, на самом же деле так. Зачем себе таить обиду? Обида, злость, ну, злость или гнев, как вот еще говорят, да? Все это такие вещи, которые разрушают нас изнутри. Ну вот, помоги себе сам. Если ты злишься, если ты обижаешься, то тебе будет притягиваться все время вот такие вот люди, которые будут тебя злить и обижать. И может быть даже и тебе еще и в ответ такие же злые будут попадаться. Вот. Ну потому что это опять я говорю о том, что Вселенная, она разумная, и она, то есть как, тут получается, что мы притягиваем своими мыслями, мы не для себя, не понимая этого, не воспринимая, что мы притягиваем отрицательную энергетику, и мы притягиваем те мысли, которые мы имеем в голове. Вот я поэтому и говорю, что надо быть на позитиве. Не просто так. А тут еще, знаете что, вот опять же, как тут сказать, не подумайте, что я сейчас начну хвастаться, но у меня, мне иногда хочется с вами поделиться, я же говорю, вот тем, что мне самой порой меня поражает. И вот есть такая история, которая меня всегда поражает. Я ведь не верующий человек, я вам говорила, никогда я в Бога не верила. Но я говорила, что я агностик, 50-50, ну да, знаете, что это такое. То есть покажи мне, докажи. Если я сама не видела, если я не трогала его, не ощущала Бога, то я считаю, что его и нет. Потом я стала сталкиваться с такими вещами, которые объяснить невозможно. Вот. И я подумала, что, наверное, что-то есть. Ну, да, есть высший разум. Я вот как бы теперь склонилась к тому, что высший разум все-таки есть. И подтверждений этому масса. И вот что хочу сказать, что этот высший разум, он вас ведет. Если вы с ним на одной волне, то он будет вас вести, понимаете, как интересно. Вот даже такая смешная история, например, вы, может быть, тоже замечали по себе. Вот вы иногда там хотите узнать, который час, вы открываете свой телефон. Ну, обычно, я не знаю, сейчас уже, по-моему, механическими часами мало кто пользуется, а в основном мобильный телефон. Ты на него нажал, опа, у тебя включилось время на экране, да? Ну, и смотришь время, и вдруг оно там 12:12, 20:20, еще интереснее, 22:22, уйти. Вот, то есть, если такое случается один раз, ну, то как бы вы просто внутренне, может быть, даже себе обратили внимание, о, как интересно, надо же, вот такое время я увидел. А потом, через какое-то время, в тот же день, через час, через два, вы опять решили взглянуть на свой мобильник, сколько времени вы его открываете, и там у вас опять 11:11. Понимаете, да, что, о чем я говорю? Это вам Вселенная показывает, что вы находитесь в потоке. Вы находитесь в потоке, и вы как бы вот правильным идете путем. Вот, я не помню, говорила я вам это или нет, но я всегда делюсь с вами вот такими вещами. И вот, например, по поводу этого, опять же, веды, буддизм, вселенский разум, высшая какая-то наука, вот это вот, да, в ведах. Вот представляете, я сначала давным-давно сама себе, ну вот не знаю, вот что это такое, я не могу сказать, что я прям такая умная, я не в этом плане, опять же, говорю. Просто я сама себе вот задавала вопросы, почему, куда делись наши старинные все вот эти познания. Вот у меня даже видео по этому поводу есть, посмотрите.
на... Посмотрите, кто не видел, сейчас всплывет вам в правом углу. Вот. Я там говорила, что все эти сказки, все это такое, то, что ковер-самолет, то, что люди умели там, я не знаю, врачевать, водить, ходить по воде и вообще передвигать предметы. Я это сама до этого дошла. И у меня вот вопрос все время возникал, почему сейчас этого нет. И представляете, вдруг я нахожу все ответы. Вот они мне просто сами выплывают. Меня как бы ведет. Вот понимаете, как интересно. Вот недаром же говорят, что все в нашей жизни происходит не просто так. Знаете такое, да? Вы подумали только о чем-то, задумались, и вдруг вам бабах, и это всплыло. Вселенная вам показывает, что вот, а посмотри вот это, а познакомься вот с этим. И ты идешь, ну если ты, конечно, обращаешь внимание на все эти знаки, то ты идешь дальше, ты развиваешься, ты узнаешь, значит, это тебе нужно. Вот такая же история со мной произошла. И дальше, я же говорю, вот этот Тибет, который меня всегда интересовал, а потом оказывается, что тут соединенное это все вот с этими индийскими ведами. Я прочитала Елену Блavatskую, если знаете ее. Очень много она всего там интересного. Но понимаете, тут опять, если кто-то интересуется, если кто-то хочет, я могу вам скинуть. Просто напишите мне, кто интересуется. Я вам скину вот эти все вещи, а где, что, откуда вы можете посмотреть, почитать, как устроена наша Вселенная, как это все происходит. А потом, понимаете, вот что еще интересно, да? Вот тоже там говорят, что... Посмотрите, все, по-моему, со мной вот сейчас согласятся, уже здравомыслящие люди, что человек не произошел от обезьяны, что теория Дарвина вот эта вот, она провалилась полностью. Ну, согласны вы со мной? Я не знаю, я, по-моему, даже уже никому не приходится это доказывать, что человек никакой от обезьяны не произошел, что там звена нет связующего. Как там быть, лепили и лепили этого горбатого к стенке, все эти австралопитеки, кто там еще, неандертальцы. Да ничего это подобного вообще. Все прекрасно, мы уже об этом знаем. Но наука продолжает нас толкать носом вот в эту вот свою, вот эту концепцию. Они уже не хотят меняться. И самое это ужасное, то, что нашим детям преподают. Представляете, что вот человек произошел от обезьяны. Это в учебниках продолжается, вот такое безобразие. Ой, ну, не знаю, друзья, я опять, куда меня занесло? Я просто еду домой. Вот так. Кто вытерпел, кто дотерпел мою вот такую вот болтовню, я очень рада. Спасибо вам большое, что вы смотрите мой канал. У меня уже 18275 человек подписчиков на сегодняшний день. И этому я безмерно рада. Ну вот, друзья, как бы так, да? На этом я, наверное, буду с вами прощаться. Я уже приехала. Всего вам доброго, друзья. Как всегда, берегите себя. Еще услышимся. Будут хорошие денечки у нас через неделю. Я вам все цветы покажу и всю красоту вокруг. А сейчас ветер, поэтому только из машины. Все, пока-пока.